ломаем, короче, эту штуку. Не понравилась она нам. Нет, Вася, я пошутила. Вася, такое лицо сейчас было перепуганное. Вася не хочет, чтобы ее сломали. Вася хочет, чтобы она целая была. В нее играть будет, да, Василиса? А, ребята, всем привет! Вы снова на канале Супер Софи. В прошлом видео вы смотрели, как мы собирали вот эту кухню для Василисы. А в этом видео мы вам покажем набор этой же фирмы. Но только это набор для уборки, для хозяйства, для стирки, для глажки белья. Там есть вообще все, что нужно начинающей юной маленькой микрохозяйке. Василиса, что же мы для тебя приготовили? Давай посмотрим. Вот здесь размеры. У меня такая есть. Это будет небольшое по высоте устройство. Там есть вон совок, есть швабра с ведром, есть корзинка, веник, корзинка, да, для чего-то. Вода! Там есть машинка-автомат, и вода, и утюг, и гладильная доска. Василиса, ты всем этим будешь сейчас заниматься? Она, по-моему, в шоке. Да, я ее сейчас заставлю работать. А, ну, конечно же, собирать вот эту вот всю штуку будет кто? Папа! Папа! Не выйду. Куда же без папы? Нет, ну что ж такое? Бедный папа. Ему ничего не хочется делать. Папа бы полежал бы, поспал бы с удовольствием. Это я бы полежал, поспал. У меня есть кто? Ножик. Сейчас откроется это и будет круто. О боже. Смотрите, щеточка такая маленькая. Упс. А это что, за туалетной бумаги осталось? Да. Это труба. Зовет? Это труба с дымом. Это дырка Ютуба. Попадаем дырочками. Мы не попадаем. В реальности чистится. Попадаем. Оп, чпинь. Азотопнака. Оно по реальности чистит, а? Реально. Смотрите. Штука вот так. Смотри. Что как эта штука называется? Ну, утюг. Положил, а потом вот так нажал на кнопку и вот так. Это паровой утюг? Что? Паровой утюг? Да. А там сразу же белье. Оно крутится, круто. Тут под лампочка и батарейки вставляются. Так, батарейки какие? Пальчиковые нужны? Ну, тут есть. А, в наборе даже идут батарейки. Вот класс. Это да! Класс! Надо ничего покупать. Вот, о, София, это? Может, папу мы зря позвали, ты сама все умеешь делать? Да. Вот это да! До чего техника дошла? Белье там уже стирается. Это самая компактная стиральная машина, которая была изобретена вообще в этом мире. И она есть у Супер Софи на канале. Она реально там что-то стирает. Подождать надо. Все, ломаем, короче, эту штуку. Не понравилась она нам. Нет, Вася, я пошутила. Вася, такое лицо сейчас было перепуганное. Вася не хочет, чтобы ее сломали. Вася хочет, чтобы она целая была. В нее играть будет, да, Василиса? Вася будет хозяюшкой, не будешь свинюшкой. Научиться всему можно научиться. Мы же для этого и взяли. Вастика научилась. Это была песня спела. А, это была песня. Ты моя прелесть. Корзинка беу. Чпел. Выставляешь. И так хоп, вниз. Интересно сниматься для нашего YouTube-канала Супер Софи. Интересно, нет? О, потягушки, потягушки. Такой, как будто бы устал, подтягивается. Снежок, все пишут, что мы над тобой издеваемся, что тебе тут, что ты бедный и несчастный. Скажи, это правда? Ответь на вопрос. О, тебе плохо? No comments. Василиса, ты что там делаешь такое? Это как снежок.
А, ты снежка копируешь? Да, очень похоже. Я снежка выгружаю. А, это планка. Тут есть, чтобы кран справлять, и этот кран может настоящую воду лить. А это затыкать штука. А вот эта штука затыкать, чтобы не лилась. И тут может наполниться вода. Так где возьмем воды? Не знаю. Вот он уже будет смотреть. Слушайте. София сейчас учит Василису, как правильно подметать, заметать мусор, заметать следы преступления. Вот так вот просто Супер Софи и Супер Вася научились поддерживать чистоту в доме, да, девчонки? Вам понравились эти игрушки? София? Нет, мы тут убираемся. А, то есть, типа, мама, не мешай, да, уже все? Ребята, если вам понравились эти игрушки, если вы любите канал Супер Софи, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы когда выходят наши новые видео, вы их не пропустили, увидели первыми. Сможете первыми откомментировать, а первым 20 человекам, которые напишут, мы отвечаем лично. То есть на ваши комментарии, на первые 20 под видео мы будем отвечать. Поэтому есть смысл поставить колокольчик и быть первыми. И всем пока-пока, чтобы была чистота в доме. Все, пока-пока. Загружаем белье в автомат наш, закрываем и включаем все. Все стирается, осталось только подождать 5 минут. Эти прикольные кухни, оказывается, можно докупать к ним еще гарнитуры и их соединять вместе. Вот, получается, вот эту докупаем, вот такую штуку и соединяем, получается, вот. То есть можем их сейчас соединить, да? Мы, получается, такую тему купили сейчас только что. Давайте соединим, посмотрим, как получится. У нас получится целая станция. Классная. О, точно, надо сделать. Ну, мы такого не купили, получается. Так была бы тройная тема. Прикольно.